за погодженням з прокурором просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Книшова до 4 місяців. Пожалуйста, слідчий, суд вас слухає, ми даємо можливість висказатися в цьому питанні. У зв'язку з тим, що срок тримання під вартою Книшова завтра стікає, обсяг необхідних дій ще великий, тому я прошу суд продлити підозрюваного Книшова срок тримання під вартою. На даний час є єдиним посвіженим законом, який допоможе закінчити у відповідній законі строк судового розслідування та притягнути підозрюваного до кримінальної відповідальності. Подозріваємий сотрудничав со следствием, рассказал в своем допросе органам следствия все обстоятельства случившегося, давал дважды пояснения инспекторам УКРМОРРЕЧИНСПЕКЦИИ, которые являются членами правительственной комиссии по расследованию случившегося, поэтому каких-либо препятствий со стороны потерпевшего органам следствия не было сделано. Вместе с потерпевшими принимал меры к спасению потерпевших, раскладывал там спасательный плод, спасательные средства. Потом уже, оказавшись уже на берегу, у него была реальная возможность скрыться от органов следствия и правосудия. Однако он этого не сделал, он продолжал на берегу уже оказывать помощь потерпевшим. Транспортировочными лентами мы бы его открыли бы сразу, и спаслось бы гораздо больше людей. Если бы вы сделали по технике безопасности все правильно, если бы провели бы инструктаж, этого не было сделано. И люди погибали прямо у нас на глазах. Капитана мы, когда произошла эта трагедия, капитана мы не видели совсем. Всплыло только 2 круга и плот, который был перевязан транспортировочными лентами. Эти транспортировочные ленты, когда были доставлены, я так понимаю, плот на судно, после проверки их просто не срезали, для того, чтобы не было несанкционированного открытия этого плота. Когда он упал, мы плавали около получаса возле него, мы не могли его открыть. Люди возле нас тонули. Мы не могли ничем помочь, мы помогали как могли, но, к сожалению, у нас сбивалось все время волны. Если бы не нож, который был у моего приятеля Кости Бердичевского, то нас бы 13 человек тоже бы не спаслось, потому что у нас уже практически не было сил. И после того, как он передал мне нож, я передал ребятам, они срезали несколько строк, я срезал остальные, и после этого только открылся плот. Ну, прошло где-то приблизительно уже минут 35-40. Я знаю, что наградили одного парня с юридической академии орденом мужества. Он занимается в юридической академии на 3-м курсе. Он постоял просто на песочке, когда прибил наш плот, и когда МЧС забежали по пояс, подтащили уже к песку. Непонятно, почему этому парню такое серьезное и значимое награда была вручена. Неужели вам нечего сказать? Хотя бы слова соболезнования, я уже не говорю про извинения. Соболезнования, соболезнования, ничего, что вы говорите, что вы говорите? Керуючись статьями 29 Конституции України, статьями 187, 188, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, КПК України, слідчий суддя України, продовжити строк тримання під вартою Книшова Олександру Івановичу 10.07.83 року народження в АСІ у Дивно-Одеській області. Строк дії ухвали становить 60 днів, терміном до 11.01.16 року.